Эдгар, сегодня ты отыграл 90 минут, 35 минут вчера отбегал, то есть один из тех игроков, кто получил больше всего нагрузки. Первый вопрос, как физическое состояние? Ну, понятно, немного тяжеловато, с учетом того, что я пропустил первый цикл, который проходил в Минске. Поэтому, ну, наверное, тренер дал больше времени, скажем так, чтобы быстрее через игры набирал физическую форму. Пока тяжеловато, естественно, ну, наверное, как и всем, но это предсезонка, тут легко не бывает. Вчера мы играли с молодежным составом, сегодня играли против, если так выразиться, можно взрослых мужиков, но моментов создали больше, как ты считаешь? Сегодняшняя игра, по-моему, выглядела немножко ярче, именно в атакующем плане. Ну, дай бог, будем с каждой игрой прибавлять. Первая игра, может, как-то комом получилась с молодежью. Игорь, все ли верно сказал Эдгар? Насчет чего? Насчет всего. Соглашайтесь. Да. Все правильно. Эдгар, как в команде, как ребята, как принял Игорь Шитов? Ну, ребята супер, хорошо приняли. Смотри мне в глаза. Игорь вот помогает адаптироваться. В принципе, ну, никаких проблем нет. Ну и последний вопрос. Какие первые впечатления о работе с Романом Михайловичем Пилипчуком? Ну, тренер, скажем так, требовательный, требует. Сейчас вот новые требования нам предъявлять начал, поэтому вникаем в то, что тренер хочет. Ну, пока, говорю, тяжело немножко физически, но, я говорю, будет легче, и легче будут восприниматься те требования, которые нам предъявляет тренер. Спасибо большое.